We must save them. The children. And Borchius? How long does he live? Who's Magnus? I don't know. He's a giant. They call him King of Slavers. Father! Is your mother dead? I don't know. I was in the party that snatched young Zetes. Римские загадки. Франческа Ишервуд в роли Флавии, Элли Маккавер в роли Иоаннафана, Ребекка Брукс-Мюррелл в роли Нубии, Гарри Стот в роли Люпуса. По мотивам произведений Каролины Лоуренс. Римские загадки. Смотрите. Это знак. Похоже, боги благословили его. Это было чудо, Люпус. Твоя мама? Вот кто защитил нас. Жива она или нет, но она любит тебя. Поэзия. Пустой лепет дурака. Освободи его. Как это сделать? Он же полезен, верно? Он не был рабом. Зет, зови меня как хочешь. Если можешь, зови другом. Нужно к этому привыкнуть. Он навсегда останется рабом. И когда Маган доберется до тебя, он тебе отрежет руки. Не сможет. И мы освободим детей. Сможет. А вас, ничтожные, он убьет. Все в порядке, капитан. Ничего страшного. А парус? Он не годится. Есть где-то старый. Земля. Земля! Это не просто земля. Это Родос. Остров чудес. Гиганты? Эти статуи возвели, чтобы умилостивить богов. И который из них колосс? Кажется, он рухнул. Подчас богам трудно угодить. Возможно, они помогут нам найти Магна. Этот Родос – печальное место. Ты права. Погуляйте немного, осмотритесь. Я куплю что-нибудь. Какой-нибудь талисман на счастье. Я займусь ремонтом. Увидимся вечером. Надеюсь. Что теперь? Давай поищем ковры. А мы что будем делать? Мы разделимся. Где тут бывают приезжие? Пошли, Иоаннафан. Спасибо. Видите ли, я очень богата и хочу купить ковер вот с таким рисунком. Вот, смотрите. Ничего? Они из храма Аполлона. Они не будут говорить ни с тобой, ни с кем-то еще.
Флавия? 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 Флавия. Let her go. Отпусти ее. Let her отпусти. Who are you? Кто ты? What do you want? Что ты хочешь? My name is Mendoza. Меня зовут Мендуза. Stand up. Вставай. My stick. Где моя палка? You're lame. Ты хромая? She's blind. Она слепая. What do you see? Что вы ищете? At the moment, сейчас ищем ковер. Я слышала. Но что вы ищете? Она уже сказала, мы ищем... Мы ищем Магна. Это имя здесь не произносят, оно приносит беду. Ты знаешь, где он? Слушайте на улице Медников. Что значит слушайте? Значит, нужно слушать. Помогите мне. Почему так много слепых? Из-за работы на ткацких станках. Они слепнут, и их выбрасывают на улицу. Порк? Он где-то здесь. Точно говорю? Если его довезли живым. Магн, мы узнали, где он. Здесь его знак. Все в порядке, мы поможем. Люпус! Люпус! Остановись! Слезай! Давай, пошел. Ты. А ну работай. Не ленись. Шевелись, шевелись. Хватит ныть. Работайте. Работайте! Люпус видел детей. Они ткали ковры, и порка там не было. Кого-то могли уже продать и увезти на корабле. Если они еще на Родосе, мы сможем найти их? Вряд ли. Почему? Их можно арестовать только по моему приказу. А тебе надо получить ордер? Ты сам не решаешь? При всей своей смекалке, юная Гимена, ты не можешь читать в сердцах людей. Нам нужны доказательства. Он прав. Как нам попасть в мастерские? Твой корабль разбился. Ты нашел детей на берегу. И решил продать их. Ладно. Но он не купит кота в мешке. И где я возьму детей? Где же? Сюда. Сюда. Люпус. Что ты ищешь? Отвечай мне. What
Что тебя печалит? Твоя мама. Она была здесь. Живая или мертва? Не могу сказать. Но кое-кто другой может. Так надо. Я попрошу слишком много. 300 тысяч. Он подумает, что я глупец, вышвырнет меня. Но если он станет торговаться, я схвачу его. У меня к вам деловое предложение. Он и правда огромен. Но... Что? Что ты продаешь? Выброшенный груз? Корабль разбился. Я думал, только я выжил, а потом нашел этих полумертвых щенков. Они больны? Нет, не совсем. Они вполне здоровы. С чего ты взял, что меня это интересует? Не тебя, так другого. Маган-купец. Если нужен ковер, ты пришел по адресу. Если нет, убирайся. Хорошо. Я предложу тебе цену, но учти, я никогда не торгуюсь. Или бери, или уходи. Как скажешь. 50 тысяч. Ну, это щедро. Правда, но я думал... Я думал о 80. 80. Плачу 80, и они мои. Согласен? Пожалуй, да. Я сказал, я не торгуюсь. Уходи, и если я увижу тебя снова, ты умрешь. Уходи, сейчас же. Проследи за ними. Флаг, отнеси это правителю. Он может послать охранников схватить Магна. Я иду в магистрат. Хорошо. Как насчет корабля с пленниками? И что будет с этими детьми? Сэр присмотрит за кораблем Флавия. Я еще не видел такой строптивой девчонки. Хотя я однажды женился на такой же. Оставайтесь на корабле и ждите нас. Их нельзя оставлять одних. Марк? Секст. Глазам не верю. Простите, извините, капитан Гемин. Я забыл свое место. Твое место рядом со мной. Садись. Я думал, ты утонул. Я тоже так думал. Бата. Секст был в моей команде на последнем корабле, и мы ушли. Что привело тебя на Родос? Прилив и поиски работы. Мне нужны матросы. Если обещаете оставаться на плаву в этот раз. Мы ищем человека по имени Магн. Работорговца. У него корабль с похищенными детьми из Ости, Неаполя, Сиракуз. В Южной гавани вроде стоит какое-то судно. Секст, я у тебя в долгу. Конечно. И я напомню об этом. Флавия Гемина. Секстер!
Секст. Думали, я умер. Я призрак. А это кто? Кто это? Предатель. Ты из людей Магна? Слышал, что я делаю с предателями? Нет, Сет, надо сдать его властям. Обойдусь без властей. Нет, нет, пожалуйста, Магн наградит тебя за мое спасение. Я знаю. Пошли, вцепи их. Я усвоил одну вещь с тех пор, как твой отец чуть не скормил меня рыбам. Дела превыше чувств. Заковать их. Магн всемогущ. Не беспокойся, твой отец не станет грустить о тебе. Он умрет. И знаешь как? На том корабле нет детей, только люди Магна. И они ждут его. Кажется, она заболела. Море огромно, там есть место для еще одного из геминов. Где другие дети? Что вы сделали с ними? Добро пожаловать на Веску, царица рабов. Нет, это корабль моего отца. Ведите их. Клавия, что это? Шевелитесь, здесь становится тесно. Порк? Порк, это ты? Нубия. Янафан, Клавия. Мы пришли спасти тебя. Спасибо. Шевелись, тихо, тихо. Спасибо, Мендуса. Не мой мальчишка, я слышал о тебе. Не вини ее, она просто моя собственность, так же, как и ты, чья-то собственность. Твоя мать мертва. Извини, что сообщаю тебе это. Она умерла, отдала за тебя жизнь. А ты не такой, как все. Ты дитя бури. Я обещаю тебе жизнь. Ты будешь моим сыном и наследником. Я научу тебя всему. Подумай об этом. Что у тебя осталось? Ни дома, ни матери. Ты не можешь ранить меня. Осторожно, осторожно. Осторожно. Опусти меня. Спасибо. Все в порядке. Урс мой телохранитель. Итак, что скажешь? Да или... Придется тебя убить. Хорошо. Урс, убей его. Урс, держи его. Урс, ты болван. Может, передумал? Не похоже. Осторожно. Так я должна умереть от чумы? У нее чума. Посмотри сам. Look at her. Люпус, Люпус, помоги. Скажи, что я могу сделать для тебя? Ты же не дашь мне умереть. Мендуса, дай мне руку. Давай. Я ведь помог тебе. Мендуса! Ha ha ha!
Те же симптомы. Однажды я была во время чумы на таком же корабле. Почти вся команда погибла. Лучше выбросить ее за борт. Что скажет хозяин, когда увидит корабль полный мертвецов? Здесь полно больных. Выброси их тоже. Быстрее, пока другие не заразились. Эй, что ты делаешь? У нее чума. Она притворяется, вот и все. Милая, добрая Флавия Гемин. Убей их, если они освободятся. Ты понял? Всех. Ясно? Всех. До единого. Да, капитан. Никто не уйдет с корабля живым. Убежи его. Вцепи его. Флавия? Флавия? Тот корабль оказался пустым. Кажется, я просил ни во что не ввязываться. Порк, дружок, я думаю, тебе пора домой. Спасибо. Ты кого-то ищешь, сэр? Я? Нет, я подумал. Да нет, просто мне привиделось. Привиделось. Дядя? Извините, я услышала голос. Мендоса. Ты ли это? Дитя мое, как же долго я тебя искал. Моя мама, папа, они ждут тебя. Они ждут. Прости. У твоей мамы нет могилы. Она оставила мир людей и посвятила себя богам. Да. Да, она жива, так же, как и я. Но так просто ее не увидеть. Люпус, если ты поверишь мне, то сможешь увидеть ее во сне. Выпей. Мудрая луна освещает глаза ребенка. Так он постигает мудрость. Я не могу нарушить обет, данный богам. Но у тебя снова есть семья. Друзья, которые тебя любят. Теперь они твоя семья. И никогда, никогда не думай, что я оставила тебя. Где бы ты ни был.
Я всегда с тобой. До свидания. Мы едем домой. Придется повозиться, чтобы вернуть их семьи. Да. Но это приятная задача. Я останусь ненадолго. На Родосе столько всяких чудес. Да. Я буду по тебе скучать. Немного. Я посвятил тебе стихи. Это прекрасно. Так и должно быть. Это еще зачем? Пока, увидимся. Счастливого пути. Что он тебе дал? Да так. Ничего. Нет. Он посвятил тебе стихи. Дай посмотреть. Нет. Все за работу. Нам пора домой. Фильм озвучен студией Инис по заказу Central Partnership. Римские загадки. Франческа Ишервуд в роли Флавии, Элли Маккавер в роли Иоаннафана, Ребекка Брукс-Мюррелл в роли Нуби, Гарри Скотт в роли Люпуса. По произведениям Каролины Лоуренс. Римские загадки. 3 года назад в Коринфе. Это мои деньги. Беглец из Коринфа. Кидай мне. Лови. Автор сценария Берри Пучис. Ты давно уже на середине. Ты не зевай. А я не зеваю. Мне это надоело. Люпус, давай с нами. Люпус слишком мал, чтобы поймать мяч. А вы не бросайте так высоко. Режиссер Марк Уайт. Это я? Ты мне мстишь. Можно посмотреть. Может, еще поиграем, Нуби? Или ты будешь глазеть на это весь вечер? Вам гонец, Ариста. Вы это нарочно.
О чем там? Мне нужно в порт. Интересно, что там было? Должно быть что-то серьезное. У него был испуганный вид. Куда вы идете? Узнать, что случилось. Это его дело. Она права. Это его дело. Это загадка. Я так и знала, что вы передумаете. Капитан Гемин, возьмите меня с собой в Каринф. Завтра? Да. Нет, мой друг, это невозможно. Вы нужны Флавии здесь. В Каринфе есть некто, которому я нужен еще больше. Кто? Это семейное дело, но вы учитель Флавии. Возьмите меня с собой, иначе я сяду на другое судно. Вы нанялись учить Флавию, так учите. А если не буду? Это вызов? Не надо мне угрожать, я не ваш раб. Раньше я таким Аристо не видела. Выходит, и он не идеал. Я не говорила, но ты так на него смотрела. Отец? В комнате учителя. Папа! Отец! Каде! Беги за ним! Отец! Отец! Ты его поймал? Мастер. Хозяин. Капитан. Капитан. Зачем он сделал это? Я кликну стражу. Мы его поймаем. Приведи лекаря Мордехая. Срочно. Капитан Гемин еще жив. Надо перевязать рану. Если он потеряет много крови, то умрет. И надо еще промыть рану. Чашу с уксусом и губку. Сбегай в мою комнату за сумкой. Помой руки, быстро. Аристо, светлые волосы, высокий, приятной наружности. И ты видел, что случилось? Я нет. А вот его дочь видела. Это правда? Вы собираетесь выполнять свой долг? Или я сам должен его ловить? Ты пойдешь с нами. Почему? Он пытался убить моего хозяина. Положи руки на края раны. Сожми их и держи, пока я буду шить. Он на волосок от смерти. Мне нужна твоя помощь. Ведь Мириам покинула меня. Осторожней.
Вот так, хорошо. А теперь замри. Нубия. Давай, борись, мой друг. Паттер? Отец. Матильда? Мартилия. It's me, это я, Флавия. Твоя малышка. Мартилия, это ты. Он не узнает меня. He's calling to my mother. Зовет мать. He's still here. Он все еще жив. Как он? Кровь остановилась, но у него жар. И, похоже, лихорадка. Я волнуюсь за него. Он все еще в опасности? Полагаю, да. А он будет жить? Я сделал все, что мог. Он будет жить? Скажи «да». Он меня не узнает. Узнает. Когда очнется, тогда ты ему будешь нужна. Держись. Но он может так и не очнется. И я ничем не могу ему помочь. Есть новости? Здесь вости вашего грека не нашли, но есть сведения, что он бежал в Рим. Почему вы его не преследуете? Он не на нашей территории. На какой такой территории? Что за вздор? Он пытался убить моего отца. Мы не можем задерживать кого-то вне пределов Остии. Значит, пусть преступник уходит. Пусть идут. Им бы добраться до своих кроватей. На моего хозяина им наплевать. Ты расстроен. Марк не смог защититься от убийцы. Флавия ненавидит меня. Ненавидит. Она ненавидит Аристо. Они с Каде гонятся за ним. С Каде? Он так изменился. Глаза так горят. Как у демона. У демона? Он однажды сказал мне, что в него вселился демон. Демон снова в нем. И во Флавии тоже. Я боюсь за нее. Не бойся. Мой отец не отпустит ее с Коде. Флавия его не послушает. Я поеду с ней. Но отец просил тебя остаться и помочь ему с Марком. Он просил не меня, а тебя. Смешно. От меня никакого толку. Это правда. Если ты постараешься, у тебя все получится. Все равно. Отец не хочет, чтобы я помогал ему. Спроси его сам. Отец. Это я, Флавия. Ты будешь жить. Я знаю, ты выживешь.
Но я не могу это так оставить. Мы с Каде найдем Ариста и вернемся. Не бойся. Ты должен меня дождаться. Пожалуйста. Дождись меня. Пожалуйста. Только не умирай. Я соберу тебе фрукты в дорогу. Ариста не злой человек. Не понимаю, зачем он это сделал. И еще немного хлеба. Не могу поверить, что Ариста напал на Марка. Ты ел? Смотри, чтобы тебя не заметили. И помечай свой путь, чтобы мы могли тебя найти. Я не могу позволить тебе это сделать. Но пока отец не пришел в себя, мне нечего здесь делать. Ты хочешь ловить убийцу отца одна? Всего с одним рабом? Каде был гладиатором. Он не раз побеждал на арене. К тому же, отца не убили. Он жив. Свинья пропала. Прощай, цивилизация. Здравствуй, страна коз, грабителей, дешевых таверн, кишащих крысами. И так до самого Рима. Но не бойтесь, мы с Флорой защитим вас, если что. С Флорой? Она там, под скамьей. Ты называешь меч Флорой? Это в память о старой подружке. У нее тоже был острый язычок. А что, рабу позволено появляться в Риме с мечом? Конечно, нет, но ехать в Рим без меча – это самоубийство. Может быть, Флора понадобится нам еще до Рима. И мне уже надоел с этим свитком. Он написан на греческом. Можешь прочитать? Это не относится к медицине. И спасти моего друга Марка не может. А остальное сейчас не важно. Thank you.
Давай быстрее. Там вор. Там вор! Прости меня за свиток. Я думал, это поможет понять, почему напали на Марка. Йонафан, ты вполне можешь заменить Нубию. Ты знаешь, что делать. Я не смог тебе помочь, когда ты лечил Марка. Да, это не каждому по плечу, но я уверен, ты справишься. Я уверен, ты справишься. Хорошо, я попробую. Ладно. Неважно, почему напали на Марка, наше дело его лечить. И если ты снова меня подведешь, он умрет. Хорошо же ты встречаешь путников. Вы украли свинью. Как еще вас встречать? Они что, похожи на похитителей скота? Да ты сам свинья. Извини, сегодня чужаки дважды вторгались на мою ферму. Что я должен думать? Аристо. Он не стал бы воровать свинью. Но он пытался убить отца. Пошли! Давайте! Похоже, ему стало хуже. Лихорадка усилилась. Ты остановишь ее? Я знаю один рецепт, но... У меня нет ингредиентов. Постарайся их достать. Меня прислал отец. Нам нужно вот это. У вас есть? Здесь о преступлении в Коринфе. Он напал... Капитан. Капитан Гемин? Как там мой капитан? Нормально. Так о чем это? О телесном наказании. Должно быть, нападавших высекли. Вот еще два имени. Дион и Аристо. Аристо? Что о нем? Язык мне не очень давался, я плохо читаю.
Ты не собираешься дать ему лекарство? Еще не время. Значит, позже. Лучше бы вообще не давать. Если лихорадка угрожает жизни, это единственное средство. Но оно может и не помочь. Не помочь? Даже наоборот, ускорить смерть. Я даю это только тогда, когда все остальные средства бессильны. Спасите отца, главу нашей семьи, и помогите нам поймать того, кто его хотел убить. Долго еще? Кастер и Полукс, покровители их семьи, она просит их помочь найти Ариста. Кастер и Полукс, пожалуйста, помогите найти его. Может, лучше не терять время и самим поискать его? Что ты делаешь? Не смей осквернять святыню. Люпус. Это его браслет. Верно. Он знал, что я остановлюсь помолиться у этого алтаря. Это знак, что мы на верном пути. Мы, наконец, поедем. На вас напали в Коринфе, но Цер так и не смог сказать, кто это сделал. Это был Ариста. Его имя было в свитке. Ариста напал на вас, потому что вы его высекли за грабеж в Коринфе? Но это же глупо. Не стали бы вы нанимать Ариста в учителя к Флавии, если бы знали, что он грабитель. Ребенок болен, я должен помочь ему. Ты уходишь? Это мой долг. А если Марку станет хуже, побудь с ним. Если поймешь, что он на грани смерти, дай ему микстуру. Но это же может убить его. Но может и спасти. Я скоро вернусь. Я верю, тебе хватит смелости принять верное решение. Коде! Коде! Мы съехали с дороги. Я только на секунду закрыл глаза. Ты заснул. Я всю ночь был на ногах, бродил по улице Мости. Он должен поспать. Пока он будет спать, Ариста удерет еще дальше. Ариста тоже должен спать. Так мы его точно не поймаем. Отдохни. Я буду править. Я только часок посплю, силы восстановлю. Хорошо, отдыхай. Только не сворачивай. И разбуди меня через пару часов. Нет. Мои деньги. Нет. Пожалуйста, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, подождем, когда мой отец вернется, хорошо? О чем ты думаешь? Я думаю, что у Люпуса талант. Да, похоже. Это не просто сходство. Когда я смотрю на его лицо, я вижу в нем демона. Это не в рисунке, в твоих мыслях. Ты не права. Посмотри внимательнее. Посмотри. Коде! Коде! Коде, проснись! Что случилось? И почему мы катимся назад? Нужно прыгать. Нет, нет, слишком быстро. Надо прыгать.
тормоз. Дай мне. Пожалуйста, помоги. Надо прыгать. Вы разобьетесь. Сидите. Сильней. Я не могу. Тяните. Сильнее. Фильм озвучен студией «Инис» по заказу Central Partnership. I need to travel with you to Corinth. No, that's not possible, Risto. I'm sorry. You have to take me, or I get another ship. Don't challenge me. And don't threaten me. You employ me. I'm not your slave. I never seen Risto angry before. Shows he's not perfect. I don't say he is. You look at him as though he is. Father! Fetch Dr. Mordecai. Captain Geminis is still alive. Aristo. Greek, light hair, good looking. These wounds have to be closed up. If he loses any more blood, he'll die. Was it Aristo? His name is in the scroll. What does it say? Please be here when I get back. I cannot allow you to do this. My father has not been murdered. He is still alive. I think he's getting worse. When a fever threatens to take a man's life, this is the only thing I know which might hold it at bay. Might? Break! Give it to me! Римские загадки. Франческо Ишервуд в роли Флавии, Элли Маккавер в роли Иоаннафана, Ребекка Брукс-Мюррелл в роли Нуби, Гарри Скотт в роли Люпуса. По произведениям Каролины Лоуренс. Римские загадки. Остановились. Что так долго? Они далеко убежали. И вы не могли их поймать? Старые клячи, чтоб вас волки сожрали. Сможешь починить? Попробую. Кто-то это подрезал. Подрезал? Когда? Вот и я думаю об этом. У Кастера и Полукса? Возле алтаря у дороги? Нет, мы не оставляли повозку надолго. Этого хватило. Аристо? Я знала, Кастер и Полукс помогут нам найти его. Это был Аристо? Кто же еще? Кто бы это ни был, он нас нашел, а мы его нет. И он нас чуть не убил. Марк. Пожалуйста, лежите. Нож. Уже там. Нубия. Почему ты так относишься ко всему, что случилось? А ты не хочешь понять, что на самом деле случилось? Что ты говоришь такое? Чего именно я не хочу понять? Аристо добрый человек, а не злодей. Но ты же помнишь, как они с отцом ссорились в порту? Ссорились. Но Аристо его не трогал. В порту, да, не трогал. А позже в доме что-то не верится. Но у него могла быть причина для убийства. Не уверена. Марк ведь был в комнате Аристо. Мы же видели, Аристо чуть не зарезал его. Но мы не видели, как он нанес удар.
Но если он невиновен, зачем ему тогда бежать? И какая разница, в чьей комнате это было? Если бы Ариста хотел убить Марка, он сам пошел бы к нему в комнату. Мордехай присмотрит за хозяином. Он хороший лекарь. Кастер и Палукс услышат твои молитвы. Вот увидишь. А вдруг это не поможет? Надо найти постоялый двор. Это мои деньги. Убирайтесь. Я должен. Пожалуйста, лежите тихо, брат. Его надо остановить. Я предупрежу его обязательно. Марк! Фу, ну и вонь. Это горшок. Матрасы твердые, как камни. А на полу сплошная грязь. Ты ляжешь у двери? Да. Я должен вас охранять. Случилось. Мне на лицо упал паук. И ты от этого проснулась? Попробуй усни на таком матрасе. Я тоже не сплю. Крысы. Не глухая, сама слышу. Здесь их полно. Да и герой наш храпит, как свинья. Ну и послали нам боги защитничка. Я не могу заснуть. Все время думаю об отце. Я тоже о нем думаю. Как думаешь, он выживет? Мордехай сказал нет. Что ты об этом думаешь? Я не знаю. Могла бы сказать да. Ты моя подруга. Я говорю тебе то, что я чувствую, а не то, что ты хочешь услышать. Конечно, ты бы не стала такое говорить. Ты доверяешь своим чувствам и поэтому защищаешь Ариста. Это неправда. Ариста? Сейчас я тебе покажу. Yeah.
Он дважды пытался нас убить, но при нем не было оружия. Почему тогда он сбежал? Кадет достал меч. Давайте быстрее, он не мог далеко уйти пешком. На повозке мы его быстро догоним. Стойте! Смотрите! Это Люпус. Что это? Дом? Может, поедем дальше? Хватит терять время. Алтарь? Посмотрим. Это... вода. Мост. Он говорит нам о священном месте. Грот? Возможно, роща Дианы в Арисии. Ты знаешь это место? Я о нем читала. Люди верят, что если омыть там себя, то очистишься от грехов. Какие люди? Преступники. Ариста. Вот куда он пошел. Смыть свое преступление. Пошли. Это не Ариста. Ты права. Кто это такой? Я не знаю. А вот это Ариста. Сидите здесь. Не шевелитесь. Ты кое-что забыл в Остии. И еще это. Ариста! Стойте там! Третий раз ты не уйдешь от меня. Зачем ты это сделала? Чтобы ты его не убил. С вами все в порядке? Спасибо вам. Он пытался убить моего отца. Хвала Кастеру и Полуксу, что ему это не удалось. Твой отец жив? Надеюсь, он поправится. Кодэ, нет. Ты не понимаешь. Я не собираюсь слушать твое вранье. Прошу тебя, послушай. Еще одно слово, и я заткну твой рот.
Почему он это сделал? Чтобы выиграть время. Я просил тебя заткнуться. Выиграть время для чего? Он один из тех, кто напал на Марка. Ты говоришь это нарочно. Поднажми, Каден. Ладно. Тогда скажи, зачем незнакомому человеку являться к нам и пытаться убить отца? Не его. А я думала его. Он ошибся в темноте. Он хотел убить другого человека. Кого? Он был в комнате Ариста. Это я знаю. Тебя? Зачем ему тебя убивать? 3 года назад в Коринфе. Эти люди напали на Марка. Убирайтесь! Это мои деньги! Я кинулся ему на помощь. Злодеи убежали, но одного я узнал. Это был Диан. С вами все в порядке? Диан? Ты его знаешь? И очень хорошо. Хороши же у тебя друзья. Ты сообщил властям? Не сразу. Я сам разыскал его и потребовал покинуть Карим. И ты позволил ему сбежать? Его бы за это распяли. Из-за тебя он уцелел. Нет. Потом я все-таки выдал его. Но его не казнили. И твой отец, и я просили за него. Его выпороли и отправили на 10 лет в каменоломни. Ты же сказал, что это было 3 года назад. Он сбежал. Об этом и было в письме, которое я получил. Потому я и хотел отплыть в Коринф. Но почему? Разве тебя это касается? Я знал, что он приедет в Остию, чтобы отомстить. Я хотел остановить его. Отомстить? Ты же спас его. Из-за меня его высекли и послали в каменоломню. И из-за отца тоже. А он мстил только тебе. Почему? Он мой брат-близнец. Так вы мне поверили? Да. Но почему ты сразу не рассказал нам, что случилось? Я хотел тогда на постоялом дворе. Но ты убежал. Мне показалось, Коде не был настроен на беседу. Это точно. Я подарил это Диану на счастье. Он всегда носил это с собой. Подарок от человека, которого он презирает. Так было не всегда. Я был его героем, его братом. Я только на час старше, но был всегда лучшим во всем. И все прахом. Боюсь, что так. Наши родители радовались только моим успехам. Я и не возражал. Обвал. Нас завалило.
Мы в ловушке? Да. Отец. Какая я дура, я же сказала Диону, что отец еще жив. Негодяй решил закончить то, что начал. Он не рискнет появиться у вас в доме. А если все же рискнет? Люпус. Он нас нашел? Да. Он знает о Диане? Да, я послал его найти вас. Тогда это шанс. Как жарко. И совсем нет воздуха. И воды тоже. Аристо. Почему ты хороший, а Дион дурной? Это не так. Но это так. Ты поверила мне. А ведь еще недавно ты думала, что я пытался убить Марка. Нет. Нобби не сомневалась в тебе. Нет. Почему? Я знала, что ты не мог этого сделать. Откуда такая уверенность? Я это чувствую. Сердце. Нобби. Мне нечего скрывать. Ты боишься? Я готова к смерти. Мы уйдем вместе. У нас разные боги. Наши пути разойдутся. Да. Я могу видеть капитана Гемина. Вы агент? Агент? Ночью Марк Гемин умер. Умер? А он что-нибудь сказал перед смертью? Да. Но я ничего не разобрал. Он бредил. Соболезную. Я хочу, чтобы ты пошла со мной. Мы покинем этот мир друзьями. Послушайте. Пошли! Пошли! Опять ты! Тебе срочно нужно в Каринф. У вас новый капитан? В чем же дело? Даже он не сможет заставить ветер дуть. Так когда же? Будь неподалеку и будь готов к отплытию. Мы не станем тебя ждать. Что тебе? Свежие? Поднимайся. Брось нож, иначе Коде убьет тебя.
Какое тебе дело? Из-за тебя меня высекли и сослали в каменоломни. Я спас твою жизнь и делаю это снова. И зачем же? Ведь я собирался убить тебя. Потому что ты мой брат. Но теперь все. Дальше решать тебе. Моя маленькая проказница. Рад тебя видеть. Флави, скажи Ариста, что он может остаться. Остаться где? Здесь, в Осте. Он собирался вернуться в Коринф. Навсегда. Почему? Потому что я навлек на вас беду? Нет, это не твоя вина. Не уезжай. Послушай нас. Мы все просим тебя остаться. Вы все? Все мы. Даже мой хозяин, капитан Гемин? Мы все. Хорошо, тогда я остаюсь. Спасибо. Ты доволен? Спасибо тебе. А мне-то за что? За то, что помог вылечить отца. И за то, что обманул Диана, заставил его подумать, что отец умер, когда он пришел, чтобы его убить. Ты дважды спас жизнь капитана Гемина. Я сделал все, что мог. Ну, теперь ты не только гладиатор, но лекарь и актер. Фильм озвучен студией Инис по заказу Central Partnership. Римские загадки. Франческа Ишервуд в роли Флавии, Элли Макковер в роли Иоаннафана, Ребекка Брукс-Мюррелл в роли Нуби, Гарри Скотт в роли Лупуса. По произведениям Кэролайн Лоуренс. Римские загадки. Рабыня из Иерусалима. Автор сценария «Дом Шоу». Продюсер Джейн Даунси. Режиссер Джилл Робертсон. Я знаю, что кто-то из моих близких умер. Я иду к ним, пытаясь увидеть, кто это. Но прежде чем я что-то понял, внутренний голос сказал мне: «Не ходи». Не успеваю я попрощаться, как уношусь в небо, и тогда я все узнаю.
Рабы не удостоены такой чести. Дивис освободил меня перед смертью, при свидетелях. Так назови имена этих свидетелей. Я не помню. Как удобно. Хевзиба не помнит, как ее освободили. Я не рабыня. Меня освободили, но не. Все, что было у Дивиса, теперь мое. И только я могу освободить тебя. Я сделаю это только, если мы поженимся. Никогда. Прощай, Дивис. Смотри, моя старая кукла. Отдашь ее своему ребенку. Мне нравится. Она похожа на меня. Растерянная, но все же счастливая. Мириам, пойди отдохни. Отец, ну тебя. Все хорошо. Почему ты не позволяешь осмотреть тебя? Пока Гая нет, я за тебя отвечаю. Не стоит. Обо мне позаботится моя подруга. Что это за подруга? Она не лекарь. Хевзибах акушерка и неплохая. Мы дружили в Иерусалиме. Маленькая Хевзибах, которая дергала тебя за волосы. Она же ребенок, Мириам. Ты предпочитаешь ее своему отцу. Я встретила ее месяц назад на рынке. Это знак. Она была послана, чтобы заботиться обо мне. Мириам, мне нужна Мириам. Хевзибах. Ну, а как охота? Флаве, спрячься за меня. Флавия? Как больно. Во мне уже достаточно дырок. Спасибо. Госпожа Флавия, пока ваш отец на Сицилии, я должен вас охранять. Что ты за охранник? Почему ты отпустил ее в лес одну? Я здесь. Я пришла за тобой. Господин Гемин велел мне не отходить от Флавии. Помолчи, Каде. У Мириам для нас загадка. Это что, вопрос жизни и смерти? Все наши загадки очень важны. Ионафан, подожди. Почему ты ведешь себя так? Мне снился сон. Пророческий? Хороший? Если Хевзибах не найдет свидетеля, она станет рабыней Нунии. Он одноглазый, как циклоп, и такой же злобный. Я тоже была рабыней, пока Флавия меня не освободила. Ты понимаешь, что я почувствовала, когда Дивис освободил меня? Мы найдем этого свидетеля. Обязательно. Ты можешь хоть имя его вспомнить? Нет. Похоже, это был чиновник. И у него было родимое пятно над бровью в форме бабочки. Да, такое. Значит, Хевзибах вызовет свидетеля в суд, чтобы доказать, что она свободна. Хевзибах не может никого вызвать в суд, по крайней мере, пока она считается рабыней. Нам нужен римский гражданин, но отец задвигаем на Сицилии. Аристо, он может нам помочь. Аристо грек, а нам нужен римлянин, который знает закон. Я придумала. Пойдемте на форум. Мы поищем и свидетеля, и жителя Рима. Ты идешь, Ионафан? Ионафан? Помоги мне, глупый мальчишка. Ты похожа на муравья, проглотившего ягоды. Кого мы ищем? Честного римлянина с добрым характером. Не хочу вас расстраивать, но я такого не встречал. Если в Остии такой есть, мы его найдем. Кто?
Я никогда его не видел, извините. Это Попилий Декурион. Вы уверены? Конечно, уверен, ведь я городской глашатай. Она уже догадалась, Парайка. Я знаю всех. Видите это родимое пятно над бровью? Папильо означает бабочка. Внутренности моих священных цыплят никогда не лгут. Не пройдет и месяца, как в гости и случится убийство. Но не бойтесь, за 5 сестерцев я помогу вам. Пошел прочь, пьяный дурак. Вам это будет стоить 10. Нет. Еще раз увижу, что ты продаешь здесь талисманы, я предсказываю, что мой сандалий познакомится с твоим задом. Извините, извините. Как насчет священного цыпленка? Вам дешевле. Бедный Флоридий, кому нужен мокрый предсказатель? Я бы дал тебе монетку или даже две, но я сам сейчас на мели. Ты нашла римлянина? Он написал, что приедет, но, наверное, задержался в Риме. Прикажи стражникам вернуть Хевзибах назад. Она моя собственность, Град. У стражников хватает дел, но они... Но когда они вернутся, приказы буду отдавать я. Это еврейка, моя рабыня. Я все сказал. Мы не можем ждать. Пока Хевзибах не схватили, нужно найти римлянина, который вызовет Попилия в суд. Оу Проб Флоридий, предсказатель судьбы, продавец священных птиц, оратор. Умею читать судьбу по звездам. Римлянин? Конечно, римлянин. Ты не мой мальчик. Очень жаль. Я мог бы вылечить это за скромную плату. Скоро начнется суд. Что ты хочешь? Все понимают язык денег. Веди. Флоппи! Пожалуйста, не называй меня так, Флавия Гемина. Я знала, что ты в гости, и я тебя искала. Теперь уже поздно. Поздно для вызова в суд. Но Флаг – оратор и поэт, и он сможет защитить Хевзибах в суде. Люпус нашел римского гражданина, чтобы он вызвал свидетеля в суд. А Нубия нашла этого свидетеля Попилию. А что сделала ты? Я нашла тебя. Разумно. Мое первое и самое короткое дело. С показаниями свидетеля слушания станут формальностью. Завтра ваша рабыня станет свободной. Лучше бы он этого не говорил. Он испытывает судьбу. И Анафан рассказал о своем сне. Он видел похороны. Тело. Он думал, что это он сам. Обычно видения не касаются тех, кто их видит. В его сне могло быть тело Хевзибах. Или мое. Любого из нас. Скоро твое совершеннолетие? Не могу дождаться. Не торопись. Я уже не ребенок. Я сражался на арене. И только меч делает тебя мужчиной. Что с тобой? Я беспокоюсь за сестру. Мы позаботимся о ней, если она позволит. Наверное, это те деньги, которые Мириам дала ей за акушерство. Кто они?
Я видел их на похоронах Дивиса. Наверное, его рабы. Она может тратить свои деньги так, как захочет. Мириам доверяет ей. Этого тебе мало? Повестка один Нонио, повестка два Папильо. Сначала Папильо. Да. Когда мы уехали из Иерусалима, я думала, что тебя больше не увижу. Я не хочу терять тебя снова. Тем более сейчас. Я сдержу обещание. Твой малыш увидит свет. Мы были в храмах, куда ходят легионеры. Центурион сказал, что Папилия подружился с Дивисом на Иудейской войне. Ты могла с ним встретиться? Когда город пал, мы побежали в храм, но римляне уже подожгли его. Я видела толстого легионера, который грабил храм. Это был Дивис? Так вот, как Дивис разбогател. Он похитил драгоценности храма. Нас с мамой продали. Дивис узнал нас на рынке рабов и выкупил. Почему? Он думал, что обязан своим богатством евреям. Он стеснялся богатства и того, как он его получил. Нонни каждый день ему об этом напоминал. Нонни? Откуда он узнал? Не мы одни видели, как Дивис грабил храм. Нонни шантажировал его, и в конце концов Дивис все завещал ему. А потом умер. Очень вовремя. Слуги поговаривают, что его задушили во сне. Ты точно отдал повестку Папилье? Дай ему слово. Если нет, то одной нервной курицы будет меньше. Жители Остии, суд скоро начнется. Приветствую, приветствую. Копия повестки. Гней, Хелви и Папилио, что живет в доме с садом возле морских ворот. Почему его нет? Извини, Грат, мне нужно отойти. Спасибо, что рассказал мне о ней. Я сообщу сенату. Здесь рядом фонтан, я принесу воды. Только недолго. Иди за ней. Я не хочу, чтобы она сбежала. Хочешь, я принесу в жертву эту курицу, чтобы попросить богов о помощи в суде? Всего три сестерция. Нет, спасибо. Каде, поищем Папилия на площади. А я поищу его дома. Я с вами. Спасибо, что ты остался. Я не хотела оставаться одна. Особенно, когда нет Хевзибах. Она должна быть там. Речь о ее свободе. Знаю, но я боюсь, Анафан. Ты не первая будешь рожать, Мириам. Все будет хорошо. Надеюсь. У меня будут двойняшки, Анафан. Хевзибах уверена в этом. Двойняшки? Как Гай? Ты говорил отцу? Нет, и ты не говори. И не пускай его ко мне во время родов. Он не должен знать. И я не шучу. Но почему? Это может быть опасно. Я вижу, что тебе нравится Хевзибах. Я хочу, чтобы ты доверял ей. Ей случалось принимать двойню. Она нужна мне. Обещаю, что ты защитишь ее, что бы ни случилось. Обещаю. Но я не хочу скрывать это от отца. Мужчина должен уметь принимать трудные решения, братишка. Если верить отцу, я еще не мужчина. Если верить отцу, то и я еще девчонка. Он никак не поймет, что мы выросли. Ему придется признать, что ты выросла. Thank you.
Посмотри на первом этаже. Я постучу в эти двери. Мы не можем его найти. Я занятой человек и не могу ждать весь день. Где сейчас Нуний? Вон он. Что-то он вспотел. Вы нервничаете, господин Кларк. Как насчет цыпленка? Уверен. Относитесь к этому спокойно, как бы сказал мой друг-оратор Квинтилиан. Ты учился у Квинтилиана? 5 лет. Он прекрасный оратор. О, да. Я читал его труды. Чему ты учился? Ораторскому искусству, мой мальчик. Квинтилиан был поражен моей мимикой. Да. Не такой мимикой, Люпус. Я потерял ее на улицах. Папилью. Я не сказал. Найди других 6. У Геркулеса. Приведи стражников. Быстрее. Как грубо, но действенно. Единственный свидетель Хевзиба. Что происходит? Папилья. Его убили. Я нашла его. Нет. Левая рука? Когда показывают левой рукой, хотят в чем-то обвинить. Это была она. Она убила Папилья. Но это глупо. Зачем ей убивать того, кто мог подтвердить, что ее освободили? Может, потому что он был единственным, кто мог это опровергнуть? Кроме Дивиса, конечно. Господи, она могла убить и его тоже. Эта смерть показалась мне подозрительной. Брут, арестуй эту девчонку. Почему? Извини, Флаг. В это время она отсутствовала, и она под подозрением, но не обвинил ее. Ты знаешь, что у рабов нет прав. Мой единственный свидетель мертв. Ты не рабыня. Передай Мириам, что мне очень жаль. Что я говорил? Я говорил, что в Осте будет убийство. Мои пернатые друзья никогда не врут. Послушай, Флаг, теперь будет настоящее слушание. Тебе понадобятся все уловки и уроки Квинтилиана. Найми меня в качестве учителя. Да, я понял. Но думаю, что даже самый плохой ученик Квинтилиана сможет мне помочь. Да, пошли. Как такое могло произойти? Потому что Дивис освободил Хевзибах тайно, только с одним свидетелем. Папилью убили коротким клинком. Гладиусом, который висел на стене. Это меч легионера. Удар был смертельным, но не требовал особой силы. Это вполне могла сделать и женщина. Что ты говоришь? Мириам, что мы знаем о Хевзибе? Мы не видели ее с тех пор, как вы были детьми в Иерусалиме. С тех пор многое могло произойти. Ты не доверяешь ей. Я сделаю, что смогу. Я отнесу ей еду и накидку, и узнаю, какой залог за нее назначит, остальное за Флаком. Ты обещал помочь ей. Сейчас это слишком опасно. Убийца где-то рядом. Я не боюсь. Эти люди мои друзья. Хорошо иметь друзей.
Но дело есть дело. Здесь достаточно денег, чтобы купить дом. Он будет твоим, если поможешь мне с этим делом. Ладно. Что ты можешь рассказать мне об этих детях? Начнем с того, откуда у Флавии Гемины появилась эта подруга Нубия. А потом он сказал: найди шестерых других у Геркулеса. Шестерых других? Шестерых кого? Это мы и должны узнать. Пришли стражники, они хотят схватить Нубию. Я послал Коде, чтобы он задержал их. Почему? Она уже рассказала все, что видела. Но не сказал им, что она рабыня. Я ее освободила. А Маркус заплатил налог за раба? Заверил это в форме? Я не знаю. Флавия, представляешь, что они с ней сделают? Что? Гражданин Рима умер у твоих ног. Они захотят получить показания и будут пытать тебя, чтобы узнать всю правду. По закону так поступают с рабами. Беги, Нубия. Где девчонка? Нубия не убивала Папилью. Это уже приходило мне в голову. Но кто знает, что она скажет под пытками. Где девчонка? Откуда я знаю? Она не рабыня и может идти куда хочет. Она свободна. Как и твоя подруга Хевзибах. Рабов пытают, чтобы доказать, что они не лгут. Что я могу сделать? Это закон. Ты скрываешь беглянку? Мы никого не скрываем. С евреями? Одни хлопоты. С тех пор, как мы сожгли Иерусалим, они расползались по империи, как крысы, бегущие с тонущего корабля. Но я отличный крысолов, верно? Ей не уйти далеко. Не уйти. Не сопротивляйся, рабыня. Стой смирно. Заковать ее. Две рабыни вместе. Вам будет о чем поговорить. Но недолго. Боги любят пошутить. Теперь они говорят, что меня тоже не освобождали. Они будут пытать тебя, чтобы получить показания. Знаю. Если я признаюсь в убийстве, они не станут этого делать. Слушания не будет. Ты убила его? И ты рабыня? Нет. Тогда оставайся свободной и говори правду. А когда они придут, я пойду с ними. Я тебе этого не позволю. Ты нужна Мириам.
А я никому не нужна. Это неправда. Тело в твоем сне, Анафан, могло принадлежать кому угодно. Если я умру, пророчество сбудется. И вы будете в безопасности. Фильм озвучен студией Инис по заказу Central Partnership. Hepzibah can't remember being freed. Not a slave. I had one of my dreams. I know that someone close to me is dead. I'm having twins, Jonathan. Find the other six. It was her. She killed Papilio. If I die, prophecy will be fulfilled. The rest of you will be safe. Римские загадки. Франческо и Шервуд в роли Флавии, Элли МакКовер в роли Иоаннафана, Ребекка Брукс-Мюррелл в роли Нуби, Гарри Скотт в роли Лупуса. По произведениям Кэролайн Лоуренс. Римские загадки. Это я во всем виновата. Я думала, чтобы освободить Нуби, мне нужно только сказать об этом. А я могу заплатить налог? Ты еще ребенок. Ты и все остальное — собственность твоего отца, включая и рабов. Значит, только Марк может освободить ее, а они с Гаем на Сицилии. Они вернутся только завтра, но для Нуби это слишком поздно. Ее будут пытать. Не верю, что Маркус не заплатил налог. Когда ты освобождаешь раба, это нужно заверить в форуме. Тебе дают табличку, подтверждающую это. Приветствую. Приветствую. Привет. Господин Флаг, настало время для первого занятия по праву. Где же он может хранить важные документы? Вот. Мириам, не стоило приходить. Она заставила меня привести ее. Я ходила к ростовщику и заложила дом. Дом? Но... это все, что мне удалось выяснить. Но Гай... поймет. Это залог. Нужно внести деньги, пока Хевзибах не сбежала. А Нуби? Время уже назначено. Иоаннафан, хочешь, чтобы тебя убили? Нет, Иоаннафан. Это буду я. Так лучше. Стойте. Эта девушка свободна. Вот ее вольная. Я знала, что это не ты во сне, Анафана. Папилио служил в шестом легионе. Может, когда он говорил «найди других шестерых», он имел в виду, что ответ у его старых друзей? Не думаю. Жесты. А может, лучше начать с права или риторики? Вы не должны предстать перед римским судом, не овладев жестикуляцией. Давайте я покажу еще раз. Этот жест, выражающий удивление и изумление, должен сопровождаться широко открытыми глазами. Вот так. Хорошо. Да, еще. И, конечно, классический жест молчания. Thank you.
советую сделать его завтра перед вступительной речью. Слушай, а ты уверен в этом? Обвиняющий взгляд. Что? Очень умно, Люпус. Флак, подожди. Это твое первое дело, Флак. Любой бы занервничал. Флавия, я в ужасе. Жизнь в Хевзибах зависит от меня, а времени так мало. Я поэт, а не адвокат. Я верю в тебя. Поэт или адвокат. И прекрасная дева слепо верит и полностью доверяет. Но поэзия нам не поможет. Завтра обвинитель сделает из меня фарш. Неизвестно. Но не, наверное, нанял какого-нибудь дешевого пустомилю. Смотри, это Бата. Бата, что ты здесь делаешь? Ты теперь обвинитель? Поздравляю. Какой сюрприз. Так, так, так. А это случайно не в аппарат? Я думал, твое имя Флоридий. Он работал у меня на винограднике. Я выгнал его, когда оказалось, что годовые запасы вина пропали. Рабочий на винограднике? Я думал, ты учился праву у Квинтилиана. У Квинтилиана в Риме? Этот старый пинчуга ни на день не покидал Остию. Рад видеть вас снова, Бата. Пойду-ка я к своим цыпляткам. Люпус, подожди. Люпус! Я слышал, сегодня твое первое дело, Флак. Удачи. Удача ему не нужна. Забудь о Флоридии. Мы спасем Хевзибах в любом случае. Я хочу, чтобы ты знала, Флавия Гемина. Это просто работа. Марк Арторий Бато со стороны обвинения. Эта девушка, Хевзибах, дочь Давида из Иерусалима, была продана Дивису в прошлом году. Почему Бата на их стороне? Но не теперь богатый человек. Предатель. Хевзибах хотела стать женой Дивиса. На прошлой неделе из его спальни слышалась ругань. Один из слуг видел, как Хевзибах выбегала оттуда, крича, что ненавидит Дивиса. Она просила его освободить ее и жениться на ней, но он отказал. Она нам этого не говорила. Два дня спустя она задушила его во сне. Она придумала историю о своем освобождении, чтобы покинуть усадьбу и убежать со своей подругой детства Мирием, дочерью Мордехая. Когда мой клиент Нони попросил у нее доказательства, она назвала Папилью в качестве свидетеля. Но представьте, он был убит, так и не дав показаний. Как не повезло девушке. Я докажу вам и этому молодому поэту, который ее защищает, что эта девушка не только рабыня, но она еще и вероломная, коварная убийца, которая заслуживает смерти. Время. Смотри, как он вовремя закончил. Вот ты где. Послушай, я всегда мечтал быть оратором. Я читал Квинтилиана, хотя никогда не встречался с ним. Извини, Люпус. Больше я тебя не побеспокою, мой юный друг. Гай Валерий Флак выступает в защиту.
Уважаемые судьи, я всего лишь молодой человек, изучающий ораторское искусство. Я не могу тягаться с этими мудрыми людьми. Жест смирения. Какое старье. Не могу видеть этого. Покупайте оливки! Только что собранные из Портоса. Прости, как добраться до усадьбы Дивиса? Теперь она принадлежит Нонию и Ди Кларентуму. Когда я говорю, что она невиновна, имею ли я в виду, что мне известно кое-что, чего не знает мой оппонент? Очевидно. Вовсе нет. Это не он. Не знает. Это значит, я знаю больше. Да, больше. О чем он говорит? Я, напротив, укажу на то, на что нужно указать, и скажу то, что нужно сказать, и укажу, когда это нужно. Время! Бедняга Флаг. Ты хотела сказать «бедная Хевзиба»? Дельфина? Отец и дядя Гай вернулись. Иди и приведи кого-нибудь. У меня отошли воды. Но еще рано. Ее время пришло. Отец, Гай вернулся. Иди, Энахан, поговори с ним. Он ее муж. Пусть настоит, чтобы я принимал роды. Нет. Нет, мое место рядом с семьей. Ты сам так говорил. Извини, братишка. Кто-нибудь отвлеките ее, пока у меня не отвалилась рука. Хевзибах, что бы это говорил про тебя и Дивиса? Это правда. Он сказал, что боги свели нас, и мы должны пожениться. Я крикнула, что ненавижу его, и убежала. На следующий день он позвал меня и сказал, что даст время, чтобы я поверила ему. Потом он освободил меня. Попили был свидетелем. Все было сделано тайно, чтобы Нони не узнал, а на следующий день Дивис умер. Вот видишь, у тебя был мотив убить его. Ветер стих, на море штиль. Похоже, богам угодно, чтобы Гай пропустил роды. Люпус, что ты делаешь? Люпус? Слишком далеко. Он не доплывет. Неправильное предложение. Твой отец. Нет. Хевзибах, ты обещала, что мои дети будут жить. А твой муж? Гай, почему ты не со мной? Что у тебя произошло с отцом? Он зол на меня. И я не хочу об этом говорить. Ладно, потом поговорим. Наша единственная зацепка — это слова Папилии. Найди других шестерых. Если мы хотим спасти Хевзибах, нам надо понять, что это значит. Дивис служил в Легионе. Папилию тоже. В низших армейских подразделениях по 6 человек. Но они тоже могут быть в Легионе. Они ветераны. Но что это нам дает? Ты опять думаешь о своем сне. Нубия сказала, что если она умрет, пророчество сбудется. И с нами будет все хорошо. Надеюсь, тело в моем сне было моим. Я не вынесу, если это будет кто-то другой. Я верю в твои сны, Анафан. Но то, что должно случиться, определено богами. Нубия не сможет это изменить. И никто другой не сможет. Я больше не могу выносить это. Я иду к ней. Нет, отец. Почему они здесь? Ионафан. Прости.
Она просила тебя не пускать. Надеюсь, ты не брезглив? Нет. Уже нет. Мне нужна еще одна пара рук. Спасибо, Иоаннафан. Но если стесняешься, я не стану смеяться над тобой. Я справлюсь. Брат! Это Люпус. Мириам? Почему так рано? Хорошо, я готовлю челнок. Тебе надо домой. Я знаю, что ты обо мне думаешь. Толстый пьяница и проклятый эгоист. Точно, но все же выслушай, что я хочу сказать тебе. Поверь, я делаю это не для себя, а для Люпуса и его друзей. Я только что был в усадьбе Дивиса и поговорил с парой слуг. Они сказали, что Нони знал, что Хевзибах освободили. Они подслушивали, как все это было. Двойня. Зачем здесь эти женщины? Почему Мириам сама не кормит детей? Мириам? Мириам. Нет. Я вижу похороны. Я знаю, что кто-то из моих близких умер. Я иду к ним, пытаясь увидеть, кто это. На носилках я вижу тело, но прежде чем я увидел лицо, голос внутри меня сказал: «Не ходи». Этот голос словно падающая струя водопада. Не успеваю я попрощаться, как он уносит меня в небо, и тогда я все узнаю. Мириам оставила это Гаю. У нее был тот же сон, что и у Иоаннафана. Но она знала, что он означает. Взрослым приходится принимать трудные решения. Мириам сделала свой выбор. Время все лечит. Пророчество исполнилось, да? Иоаннафан видел смерть Мириам, а не Хевзибах. Они казнят ее. Мы не допустим этого. Мы всегда решаем все загадки. И если бы я не стал свидетелем завещания, мы вернулись бы на день раньше. Нам неведомы замыслы богов. Гай и другие шестеро получили небольшое наследство. Другие шестеро? Когда переписывается завещание, в свидетелях должно быть 7 римских граждан.
Найди шестерых других. У Геркулеса. Последние слова Папилио. Найди шестерых других. Когда Папилио сказал «найди шестерых других», он имел в виду еще шестерых свидетелей завещания. Конечно, новое завещание, по которому Нонию не достается ничего. Флавия Гемина, ты сделала это. Ты дала мне шанс. Где люди хранят завещание? Почти все хранят их в храме. Но в Осте 10 храмов. У нас мало времени. Хефзибах, еврейка, уроженка мятежного Иерусалима, обвиняется в убийстве Дивиса и его друга Папилио. А знаете, что общего у ее жертв? Догадайтесь. Дивис и Папилио участвовали в разрушении ее города Иерусалима. Теперь оба они мертвы. Суд объявляет перерыв. Флаг. Мы с Флавией думали, что тут связь с армией, но Нони никогда не служил в легионах. Он и не говорил об этом. Он не мог служить, его бы не взяли. Этот клинок выкован для правой руки. Три храма, осталось еще 7. Найти нужный храм в таком большом городе. Геркулесов труд. Геркулес? Храм. Геркулес побеждающий. Папилио сказал у Геркулеса. Теперь все ясно. Он имел в виду храм Геркулеса. Вы слышали, как Хефзибах освободили, не так ли? Зная, что хозяин освобождает рабыню, чтобы жениться на ней, и думая, что вас лишат наследства, вы запаниковали и задушили Дивиса той же ночью. Но была трудность. Свидетель освобождения. Вы не знали, кто это, пока Прайка не прокричал имя Папилия в форуме. Вы ушли, чтобы найти Папилио, который мог вам повредить. Дивис не только освободил Хефзибах, он составил новое завещание. По нему вам ничего не доставалось. Вы пытались узнать у Папилио имена других шестерых свидетелей, но он не сказал, и вы убили его. И вы отвлекли внимание, обвинив еврейскую рабыню. Извините. Но вы не приняли во внимание ее друзей. Глупости. Нового завещания нет. Оно есть. Почему ты не сказал мне? Я мог спасти ее. Ты слишком любил ее. Она знала, что ты выберешь ее, а не детей. Как же быстро ты повзрослел. За все зло, что я причинил ее народу, и из-за своей привязанности к ней, я оставляю все свое имущество свободной женщине, Артурии Хефзибах. Свободной женщине. Вы это слышали? И, наконец, Нонию Келлеру. Я оставляю свою самую крепкую веревку, чтобы он на ней повесился. Тишина, Артурия Хефзибах. Ты свободна. Но... обвинения в убийстве не сняты.
Естественно. И тебе не доказать, что я кого-либо убил. Думаю, это нам поможет. Аристо. Но здесь пусто. На этой табличке нет ничего, доказывающего, что я убийца. Нет. А вот то, что вы поймали ее левой рукой, доказывает. Папилья убит левшой. Удар в сердце его же гладиусом. Посмотрите, как легко это сделать правше. А теперь посмотрите, как трудно это сделать левше. Клинок может скользнуть по ребрам. Почему? Потому что гладиус куют для солдат правши. Оно не у нас. Но не кажется левша во всех смыслах этого слова. Дэвис ограбил храм. Его бы поймали, если бы не я. А потом он не отдал мне мою часть. Это было не убийство, а правосудие. Папилью просто мешал мне. Люци Нони Келлер, вы только что сознались в убийстве. Но пока гражданин Рима не обвинит вас в суде, я не имею права задерживать вас. Кто-нибудь желает обвинить Нони? Цыплята. Имя? Мое? All Prop Floridi. Что? Мастерское представление в самом конце. Отлично, Фак. Хорошему юристу нужны свидетели. Но только не тогда, когда он целует незамужних девушек. Извините, Марк Гемин. Не знаю, о чем я думал. Хорошо. Значит, ты нашла чем заняться, пока меня не было. Полагаю, мне опять достанется. Нет, не в этот раз. Ты стояла за правосудие, твоя мать гордилась бы тобой, как и я. Я рада, что Хевзибах в безопасности. Она так много значила для Мириам. Покупайте живых птиц! Давай купим голубя и отпустим во имя фортуны, чтобы удача нам сопутствовала. Живые птицы! Друзья римляне, земляки, одолжите 10 сестерцев. Не знаю, чем я обязан этому неожиданному прощальному слову, но я научил господина Флака всему, что он знает. Твоей храбрости, конечно. Ты обвинил Нония в убийстве. Отличная работа, Люпус. Ты оказался таким благородным другом. Смелый? Смелость? Интересно, какими мы будем, когда вырастем? Может, мы даже не останемся вместе? Неизвестно. Это загадка. Самая большая загадка. Готовы? Фортуна, принеси удачу детям. Фильм озвучен студией Инис по заказу Central Partnership.